Здравствуйте! Сегодня мы с вами рассмотрим, как решать линейные уравнения при помощи пропорций. Начнем мы с легкого. x, деленное на 3, равняется 5, деленное на 9. Значит, дробная черта обозначает действие деления. Далее мы применяем так называемое правило крестика. Значит, как найти x? x стоит на одной линии с девяточкой. Значит, x умножить на 9 равно тройка стоит на одной линии с пятеркой. 3 умножить на 5. Отсюда 9x равняется 15. Чтобы найти x, надо 15 поделить на 9. Можно сократить на 3. x равен 15 поделить на 3 это 5, 9 поделить на 3 это 3. Отсюда x равен 1,2. Почему 1,2? Потому что от 5 отнять 3 можно один раз. Ну, давайте рассмотрим подобный пример, только в другой форме записи, чем вот здесь будет происходить решение. Итак, x деленное на 7 равно 12 деленное на 14. Значит, точно так же мы нарисуем с вами крестик. Значит, теперь мы сразу напишем x равно и поставим дробную черту. Умножаем то на то, что стоит на одной линии, то есть 7 и 12. 7 умножить на 12. И делим на то, что стоит на одной линии с x, то есть на 14. Сокращаем 7 и 14. Тут мы получаем двойку. Значит, и 12 поделить на 2 – это 6. Значит, x равен 6. Значит, вот такие два способа. Какой вам понравится больше, тем вы можете и решать. Значит, простой и первый, и второй способ. Спасибо за внимание.